Бобрым утром. Ну что, начинаем выходной день. Значит, инструкция для тех, кто хочет нормально отдыхать в городе Джедда. Под Джеддой есть очень много курортов на Красном море. Курорты закрыты, сюда не пускают арабов. Вот, тем более не пускают в национальной одежде. Все здесь достаточно цивильно. Вот так вот. А опять же повторяю, весна. Через 2 месяца здесь все будет желтого цвета и все высохнет. Вот. Курорты есть разные. Вот мы постоянно пользуемся курортом. Здесь риф, можно понырять. Ну, очень приятно. А в прошлый раз были на курорте, где большой пляж, там много людей, нырять неинтересно, ну так, покупаться, позагорать. Есть кайтсерферы и виндсерфинг. Да, зато есть кайтсерфинг и виндсерфинг. Вот. Можно также брать на прокат водные мотоциклы, можно рыбалкой брать, но не на прокат, а поплыть на рыбалку на 6 часов. Вот, в Красное море выходит корабль, там 6 или 7 человек. Вот, и можно порыбачить в Красном море. Значит, вот на этом курорте дают вот такой вот купон. Стоит посещение в выходной день 160 реалов. 160 реалов это, ну, умножить на 7 получится в гривне. Чуть больше 1000 гривен. Вот. И можно по нему получить также еще бесплатное мороженое, что немаловажно. Вот. Однозначно, когда вы ходите на какой-то курорт, здесь солнце очень активное, надо брать кремы, либо какие-то защитные вещи, типа там какой-то, ну, футболки, даже плавать лучше, вот, нырять, сноркать лучше в футболке, потому что у нас по первым разам мы очень крепко сгорали, когда долго плаваешь. По 20, по 30 минут ныряешь, то потом спина такая красная, прекрасная. Сгораешь очень быстро. Поэтому защитные кремы, какие-то футболки для того, чтобы купаться, все приветствуется. Вот. Так что пока вот так вот. Нормально эти помогало, Артем? Ну, такие. Третий сорт не брак.